Клуб «Бриф» – серьезный соперник для красноярцев. Французы занимают третью позицию в турнирной таблице. А вот «Енисею» пока не удалось одержать победы ни над ирландцами, ни над англичанами. Предстоящая игра будет третьей по счету. Будем играть тем составом, который есть. И главная задача – с каждой игрой приносить тот опыт, который нам просто необходим для того, чтобы расти дальше. Победа в предстоящем матче важна для обоих клубов. Обойти чемпионов России прошлого года будет непросто, уверен тренер французской команды. Конечно, мы настроены на победу, но мы знаем, что игра с Енисеем будет сложной. Они сильные соперники, мы наблюдали за их игрой. Они могут доставить нам много проблем, но и мы постараемся сыграть достойно и, конечно, победить. Кому из клубов улыбнется удача и как себя проявят игроки на поле, можно будет увидеть в субботу. Начало матча в 2 часа дня. Вход на стадион свободный, но при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Следующая встреча Енисея и Брива пройдет на землях региона Лимузен. После красноярцы вернутся в Сочи и вновь сыграют с английским клубом Ньюкасл, а завершат групповой турнир в Ирландии. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.